Здравствуйте! Сегодня мы приготовим жареные пельмени. Все готовят их по-разному. Я покажу, как готовлю их я. Итак, вначале разогреваем сковороду. На разогретую сковороду немного наливаем растительного масла и кусочек сливочного. И хорошо все разогреваем. Масло разогрелось. Теперь отправляем сюда пельмени. И на среднем огне обжариваем до золотистого цвета с двух сторон. Пока обжариваются пельмени, сделаем бульон. У меня здесь 200 грамм горячей воды. Добавляем сюда один бульонный кубик. И все хорошо размешиваем. Пельмени обжарила с двух сторон. Теперь заливаю получившимся бульоном. Уменьшаем огонь. И так пельмени мы будем тушить еще минут 10, чтобы пельмени полностью приготовились, были готовы и снаружи, и внутри. Прошло около 10 минут. Смотрите, жидкость полностью испарилась. Получились такие классные, сочные пельмени. Можно подавать к столу. Вот такие у нас получились классные, сочные, жареные пельмени. Благодаря бульону они абсолютно не сухие. Такие пельмени иногда подаю со сметаной или с любым соусом, кетчупом. В любом случае, это очень вкусно. Приятного всем аппетита!